Сегодня в МВД Чувашии подвели итоги всероссийской акции «Студенческий десант». В течение 4 дней учащиеся ведущих вузов республики знакомились с работой различных подразделений полиции. Участковой полиции, боец спецназа, криминалист или оперативно-дежурной службы 02. В дни акции студенты смогли попробовать себя в этих непростых профессиях. Выполнил расслабляющий удар. Все. Артем Фимин с детства мечтал попасть в спецназ. В дни акции его желание почти исполнилось. Показали бойцы, получается, Грома свои навыки в рукопашном бою. Показали виды оружия, научили нас стрелять по мишеням. И это вот больше всего мне запомнилось. Я даже захотел стать неким ОМОНовцем или спецназовцем. В общем, побывать в каком-то спецотряде. Среди студентов вузов, которые приняли участие в акции, случайных ребят не было. Среди желающих отобрали 15 лучших, которые с головой окунулись в работу органов МВД. Разработали мы таким образом программу, чтобы студенты в первый же день разделились и смогли поучаствовать в самых таких основных направлениях службы. Патрульно-постовая, ДПС, участково-уполномоченные полиции, ПДН. То есть студенты прямо в пятницу вступили в рейд и непосредственно окунулись в реальную работу с участием полицейских, могли, в общем-то, задавать вопросы и как можно больше узнавать. Алина Мухамедзянова еще в школе хотела работать в органах внутренних дел. Участие в акции только усилило ее желание. Больше мне понравилась работа, когда там сидели, принимали заявки в онлайн-режиме, и когда сидели, просматривали камеры. Я сейчас даже думаю, то, что закупалась для своей учебы, вот, насчет дежурной части, либо патрульно-постовой службы. Познакомились молодые люди и с работой народных дружинников. Только в Чебоксарах их более 200. Набор идет постоянно. В ряды могут вступить, в принципе, так же, как и в полицию, чтобы у вас не было судимости. По здоровью справки нужны с наркодиспансера и с психбольницы, чтобы не стояли на учете. Чтобы не привлекались к административной ответственности несколько раз в год. Студенческий десант 2020 завершил свою работу. В результате каждый второй участник изъявил желание поступить на службу в органы внутренних дел или вступить в ряды народных дружинников. Ольга Алексеева, Бахтияр Велиев, Республика.